Ребята, всем привет! Я записала вторую часть мастер-класса «Декоративный бочонок на каркасе». Мы с вами продолжаем декорировать наш бочонок. И сейчас с помощью кисти нам нужно нанести универсальную шпателёвку на внутреннюю часть бочонка. На внешней стороне бочонка мы прокрашиваем два слоя акриловым лаком с добавлением коричневого акрила. Таким же способом мы окрашиваем дно. После высыхания выделяем черным акрилом места углубления на внешней поверхности бочонка, а также тонируем места соединения. От верха и от низа мы отмеряем по 10 сантиметров и ставим метки простым карандашом по кругу нашего бочонка. Теперь по этим меткам по кругу нам нужно приклеить термоклеем полоски картона.
а также приклеить заготовку таблички. С помощью кисти наносим акриловый клей поверху этих полосок картона и таблички. После высыхания акрилового клея в 2-3 слоя мы наносим акриловый лак с добавлением коричневой акриловой краски. Черной акриловой краской оттеняем края полосок картона и таблички. Наносим светлый тон коричневой акриловой краски в местах, требующих осветления. Подписываем нашу табличку.
На этом все, ребята. Заканчивается вторая часть нашего мастер-класса. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Мне будет очень интересно ваше мнение. И ожидайте выхода третьей части этого мастер-класса. Всем пока!